Не знаю. Салютом. Пошлите смотреть наш весь полуостров. Вас салютом. Вот тут палатка, где вы прыгали в батуте. Вот там наша палатка. Вон. Папа ручкой махает нам. А вон моя. Да, здесь бассейн ваш. Там вы купались, да? Я тут грязненькая. Да, здесь у нас Вика, здесь у нас Алёшка. А там собачка. А там наш Васян. Да, где у нас Вика спит? Вика, показывай палатку. Вон та твоя палатка, вон да? Там. Зелененькая, вон та твоя палатка. Посмотрите уже. А-а-а-а. Я взял там поиграть. Да. Смотрите, какая красивая палатка. Красивая, везде красивые палатки. У всех шатер такой красивый, да? Вон там стреляют, смотри. Бадминтон. Так, куда стреляют, нам туда не надо идти. Дядьки всякие, да? Ну, не всякие, конечно, дедушки там. А пошлите сюда посмотрим, Алёшенька. Пойдем сюда. Туда нельзя ходить, где стреляют. Вдруг меня попадет. Конечно. Ола, можно? А тут ну, тут можно покупаться, но только уже завтра, не сегодня. Ну, пожалуйста. Зайчик, уже 10 час, уже скоро стемнеет. Да, это что-то подожгли тут. Ну что, все, что ли? Нет, мы еще вон туда не сходили. Вон туда? Вон туда, да. Ой, вот залезу оттуда. Вика! Тут у нас незнакомые люди, да? Вика! Мы не знаем, кто здесь. Вика! Вика! Тоже хорошие Вика. Девочки, мальчики. Мы там будем играть в этот мяч. Я прихватил. Вон у них какой там гамак висит. Видали гамак где? Такой? Где гамак? Вон там гамак. Да иди сюда, я тебе покажу гамак, где гамак. Покажу. Сейчас покажу. Нас снимают. Да, да. Вон гамак. Даже ребенок не знает, что такое гамак. Вон гамак. Видишь гамак? Вон там. Вон там. Видишь, лежат. Надо купить нам гамак, да? А что такое гамак? Ну, видишь, лежат на гамаке. Наслаждаются жизнью. Здрасте. Видишь, как хорошо. Надо нам гамак. Так, смотрите, какое солнышко классно. Смотрите, закат какой красивый. Пойдем к нему. Как же мы к нему пойдем-то, мой хороший. А вот там еще один город. Там еще кто-то, наверное, отдыхает. Пойдемте. Нет уж, тот город мы точно не пойдем. Ой. А машина. Машина. Ничего страшного. Пойдемте вот так в обход и обойдем. Да. Вон как красиво. Это моя, что ли, едет? Нет, это не моя. А, они не сюда. Вон там далеко еще палаточки стоят, да? Пойдемте к ним по этой дороге. Этой машине уже, наверное, некуда ехать. Да-да-да, пока. Езжайте к себе. Тут уже место занято. Ладно, мы туда не пойдем, ребята. Смотри, Алёшка, сколько тут много шишек для нашего самовара. Да? Много? Пойдём, куда в этот город? А, машина здесь! Вот! Ну куда ж вы бежите-то? Там люди чужие, эй! Ну, дети... Дети беспроблемные, познакомятся с кем угодно, побегут куда угодно. Да, своих-то мало, там 10 палаток и 20 детей. Еще надо сюда, конечно. Алёш, Вик, пойдемте назад. Пошли назад. Пошли, пошли. Красотища неописуемая. Просто рада и счастлива, что мы выехали, что мы все-таки выбрались в эту красоту.
Так, ну и что, дети куда-то у меня убежали. Пошла за ними. Кстати, люди на природе все добрые, все друг друга воспринимают вот, ну, хорошо. Пошли. Пошли, пошли, Лёш, пойдем. Ой, вот куда они побежали? Вы будете ловить рыбу? Завтра на уху? Давайте. Вика, ну не знаю, Лёш, помоги Вике что-то найти. Вот, вот молодец, вот умница. Настоящий мужчина. Тихо, да, ловим рыбу. Ловим рыбу. Тихо, молчу, 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 молчу. А кто какую рыбу хоть знает-то? Название-то знаете, рыбки-то? Окунь. Вика, не намочись. Смотрите, туман будет ругаться. О, ракушку нашла. Ну-ка, покажи. Ух ты, класс. Вот эту возьми ракушку. Она очень классная. Из нее можно сделать классную подделку. Она, смотри, пустая. Ее можно покрыть лаком и положить туда искусственную, ну, какую-то жемчужину. Будет вообще здорово. А вдруг кто-то ее сейчас ищет? Нет, ее никто уже не ищет. Она пустая. Вот это классную ракушку Вика нашла. Молодец. А никто там не живет. Ну, нет. Может, она умерла, может, она, я не знаю, что с этой ракушкой случилось. Может, она вылезла. А, все на комары на меня. Надо уже уходить из этих кустов. Где мы распределились, там нет комаров. Пойдемте. Пойдемте. Зато половим рыбу. Зато вы молодцы, рыбу половите. Папы наши точно рыбы наловят. Я две ракушки с собой. Ну, да, не, я хочу одну. На. Не хочу ее. Да, хочу другую. Так иди сам найди другую. Это выкинь ты эту удочку. Я хочу вот эту. Ну, эту-то Вика нашла. Как это ты эту хочешь? А я какую возьму? Не знаю, иди поищи, может, найдешь. Ты и удочку хочешь, и ракушку хочешь, Эва ты. Поищи себе такую же. Такую, наверное, редко можно найти классную. Что ты делаешь, Алексей? А урожай-то все вырастить. О, бассейн надувает. Бассейн надувает? Здорово. Вот такой. Бассейн смотри, какой урожай сплел. Сюда что угодно можешь посадить. Вот сюда, пожалуйста, молоко. Я не думала. Ну мы везде посадим. Ну мы, я... Да пусть уже валяется. Не трогай, ты сама зажжешь и улетишь. Ну мы тут только морковку где посадим. Потому что жачки
тут капуста, а тут морковка. Ну, отдельно. Капусту с морковкой, да, собрались сажать? Надо как тут так. Место было отдельно. Ну, сейчас руки будут грязные. Придется мыть. Ну где, вон, рукомойник-то у нас. Как, и мыло стоит. Фа из фикс-прайса. Вот, тут морковка, тут капуста, тут морковка, тут капуста. Понятно. Вау, смотри, розовое мыло. Вкусно пахнет мыло? Чем пахнет? Просто как вишенкой. Как вишенкой, правильно, потому что мама туда налила мыло из черешни. Там уже фа не персик, а другое. А полотенчика Алёшке не достать. Ух! Далеко не ходи, Алексей. Далеко не ходи. Все, иди назад. Мамочка, иди ко мне. Пошли меня. За ручку. Я тебя за ручку вертеть не буду. Потому что я не в купальничке. За ручку я тебя вертеть не буду. Зови папу купать. Я Мачка, уже купал. Мачка, ты еще вон тот мяч. Даже футболку не снял. Иди, папа, зови купаться. Скажи, папа, потом... иди купаться. Потом холодно будет. Потом холодно будет, и я тогда купаться. Иди сюда назад, хватит. Куда ты пошел? Иди назад, говорю. Далеко не ходи, Алексей. Опаньки какие, опаньки какие. Да, Леш? Бобики. Трин-трин-трин-трин-трин-трин. Там одна надо.